Запахняло в повіле єсені, з вятрем зимним улетів слов сенс. Так быть мусі, нічого не могу już змінити, брилянти на кінцях твоїх рез. Всем-всем привет, с вами Кейн, и сегодня мы продолжаем проходить второго Ведьмака. В прошлой серии мы начали выполнять задание на гарпи, перебили несколько гарпи, узнали о них побольше. И оказалось то, что их гнезда находятся в довольно таких труднодоступных местах, судя по всему, где-то в горах, наверху. И чтобы выполнить это задание, то есть ликвидировать их гнезда, уменьшить их численность и так далее, нам нужны специальные ловушки. Ловушку мы купили... Купили ли? Да, по-моему, купили все-таки, сейчас посмотрим. Да, вот там ловушка для гарпии, мы ее купили. Вот у этого чудика, у Хача. Он крыцолов, называет нас коллегами. Так, ну ладно. Давайте сделаем парочку таких ловушек. Нам, по идее, нужно уничтожить 9 гнезд. Если следовать логике, то нам нужно 9 ловушек. А нет, мы же сами не можем делать. Так, у Хача. Сделаем не одну ловушку. Так, ловушка на гарпи. Нам нужна серебряная руда для этой ловушки. И знаете, я последнюю серебряную руду потратил на меч. Так, а он, по-моему, сам продавал эти ловушки. Давайте-ка посмотрим. Может, у него прям купим. Ловушка на гарпи. Сколько стоит? 505 золота? Дороговато. Мы всего лишь одну сможем купить и останемся совсем бомжами. Ладно, тогда мы найдем где-нибудь серебряную руду, потому что мы все равно пойдем в шахты. И я уверен, что там мы сможем найти эту руду, да. Так. Кстати, цены у него разные, заметил. Прошлый раз, когда мы к нему заходили, вот это пожарище стоило где-то 600. Сейчас 427, поэтому, возможно, эти ловушки у него подорожают. Спрос порождает предложение, да? Так, ну ладно. У нас было задание, в котором мы... Нам предлагалось ходить в пещеру, точнее не в пещеру, а в шахту. Но прежде нам надо поговорить со старостой здешнего города. Так. А, давайте заглянем в... Так. Здешний... В общем, было задание... В котором Филипп говорил про нашу чародейку, про рыженькую, то, что она типа где-то здесь свалилась с неба. Это ей рассказал какой-то пинчуга, и об этом факту особо верить нельзя. Это может быть и правдой, Ведьмак, может быть. Мне надо с тобой и поговорить. Правдой. А о чем это тебе со мной поговорить? Может, пойдем отсюда, а? Что-то он как-то. Недобро посмотрел. Ну ладно, шучу, давайте с ним поговорим. В чем дело? Я Элиас из отряда Йорвита. У меня важное дело. Говори. Недавно из Вергена начали пропадать мужчины. А в последнее время мы стали находить тела. Значит, скорее всего, это не дезертирство. Так. Похищают только мужчин? Жертвы только мужчины? Молодые мужчины. Люди и эльфы. Где вы находили тела? Где находили тела? По-разному. Больше всего в сожженной деревне, возле ущелья неподалеку от города. Я бы хотел осмотреть останки. Всех похоронили. Где? Под курганом, в лесу за Вергеном.
Но ты не должен туда ходить. Это еще почему? Осквернение могил – тяжкое преступление. Семьям умерших это не понравится. Как их убили? Каким-то ужасным, неведомым способом. Эльф бы такого не сделал. Человек, наверное, тоже. А награда? Какие мы корыстные. Почему нет варианта какого-нибудь такого доброго, белого и пушистого? А, чувак, я вам помогу, мне ничего не надо, все такое. Я за даром не работаю. За наградой дело не станет. Если совсем разберешься, может быть, я добавлю что-нибудь, кроме денег. Мы теряем хороших людей. Так, ладно, попробую, я согласен, конечно. С трепещущим сердцем дойти сгоревших с деревни или осмотреть тела в катакомбе. Ладно, ну мы этим займемся, когда выйдем из города. Так, давайте поговорим с пьянчугой здешним. Я расскажу про бабу, которая упала с неба. Пусти одного человека, гля, за ним уже сотни. Ты уже тысячу раз рассказывал. Никакого интересу нет, говорят, это слушать. Человечья баба едва кучеку подсядет, как у нее уже брюхо вздувается. Так, кто это говорит? А вот. Странная история, это если бы ты трезвый домой вернулся. Не-не-не, тебе я наливать не буду. А вот он, Матас Берут. Ну что ж, привет, Матас Берут. Давай, говорят, рассказывай свою историю. Говорят, ты тут чудеса видал. Вот как тебя сейчас вижу. Смотрю я как-то раз на небо. Йо! А нет, за такую историю ты мне выпивку должен. Ну, да заткнешься ты, наконец. Коварный, а? Мы эту байду наизусть знаем. Я клиент. Буду говорить, что хочу. Налей мне двойного махакамского, да смотри, чтобы без обмана. Благородный путешественник заплатит. На что только не пойдешь ради любви, да? Заплатит, хорошо. Ладно, вот так. 30 монет уж не пожалеем. Я заплачу, но если история мне наскучит, я тебе это махакамское в гузно залью. Так, мировая выпивка. Жаль, только гузно вкуса не различает. Но ты не пожалеешь. Точно тебе говорю. Рассказывай. На той неделе прохожу я по ущелью. Люблю я, знаешь, иногда пройтись. Короче. Ну, вот, значит, иду я себе, вдруг как жахнет. Я думаю, гроза идет, но на небе не тучки. Ха, это ты жопой о землю треснулся. Вот у тебя в глазах и сверкнуло. До чего нажрался? Гляжу, а в ущелье люди лежат. Совсем как с неба свалились. Мужик и баба. Баба красивая была. Я даже пожалел, что она на меня не грохнулась. Так. Ну, женщина вряд ли он сможет подробно писать, кроме по цвету волос. А вот лето, его телосложение и внешний вид сложно не запомнить. А мужчину рассмотрел? Здоровенный бугай, морда у него посечена, будто по пьяни косой брился. Так, как выглядела женщина? Рыжая. Волосы собранные в курточке, сапоги высокие, сички ядреные, попка круглая, только хватай. О, один в один твоя старуха. Заткнись. Что было дальше? Ну так вот, баба побилась, а встать не смогла. А этому она, видно, не нравилась, потому как он ей даже не помог. Встал над ней, сказал там что-то. Страшенный был такой, а потом пошел, как ни в чем не бывало. Ха,
Сиськи-то он у нее разглядел. А вот чтоб помочь, это ни-ни. Я хотел. Почти подошел к ней, как вдруг из ущелья вылазит тролль. Страшный, как говно после ягод. Он напал на нее? Где там? Я спрятался и все видел. Сперва он ее обнюхал. Я-то думал, сожрет, а он нет. Взвалил ее на плечо, как мешок, и потопал в ущелье. Это все? Да. Сам видишь, денег зря не потратил. Я расскажу про бабу, которая у вас... Понятно, значит... Трис где-то проживает теперь у тролля. Ладно, к ней мы сходим. Но в ущелье нам пока сваться нельзя. Нам надо сейчас о старости поговорить. А здесь у нас бои. С очень такой... как бы это писать помягче-то. Кривой системой КТИ. Не знаю, мне она... не очень нравится в этой игре. Ну, просто столько раз нажать кнопку. А, кнопку Б, кнопку Y. Не знаю, это не то, что мы хотим видеть от КТЕ. Давайте пройдем один бой. Следующий бой. Или хотите просто поглазеть? Ну точнее, все мы, конечно, проиграем. Чем лучше противник, тем лучше бой. Чем лучше бой, тем выше ставка. А чем выше ставка, тем больше выигрыш. Да-да-да, отлично. Сколько мы можем поставить? О, 50 монет. Да мы тут разоримся. 30 монет пьянчуги, 50 монет тебе. В таком случае я начинаю принимать ставки. Кончай обниматься. Давай режь. Так, ладно, сосредоточились. Ой, пропустили. Ну это довольно быстро, не знаю. Эй, промеж глаз! Это было просто. Наконец-то я вижу мастера. Не дуболома, а настоящего профессионала. Все ставят на вас. Ваш авторитет растет, милостивый государь. Точно так же, как и ваш возможный выигрыш. Вы готовы к следующему поединку? Так, нет, не сейчас, спасибо. У меня найдутся дела поважнее, чем бить людей по морде. Веселой вам забавы. Так, давайте сходим к старости. У него есть доступ к пещерам, ключ или что-то типа того. Вот только я не знаю, где он находится, этот староста. Встретиться в трактире с Золтаном. Золтан, тут еще Золтан сидит. Ладно, с ним потом поговорим. С местных магических местах, ждем развития событий. Ущелье смотреть, найдите знамя. Понятно. Ловушка на гарпин. Ловушка у нас пока нет. Так, вот, с Сесилием Бурдоном. Так, лютик. Подождите-ка, я уж хотел отсюда уходить. Ты там что-нибудь скажешь? Нет, лютик? Садись, Геральт! Мы еще не успели выпить за твои подвиги во мгле! Ой, прости, что это я? Шелдон Скагс, ветеран битв под Содданом и Бренной. И всех трактиров по дороге к ним. Старосту Вергена ты уже знаешь. Приветствую. Уважаемый. Не знаю, как у вас, а у меня от этих приветствий в горле пересохло. Интересно, ты же еще рта не открывал. Мастер Лютик дело говорит. Давайте еще по одной каждому. Так, ну что, надо найти бессмертник? Или давайте выпьем? А давайте промочить выпьем. Промочить горло с дороги мы не откажемся. Особенно в такой компании. Эх,
Жаль, нету с нами Калиба Страттона. Земля ему пухом. Да, краснолюд был что надо. Выпьем за него. Шелдон, ты что-то отстаешь. У меня сегодня кое-какие перепихушки намечаются. Так тем более нужно выпить. Для храбрости. У меня от этого дела писька вянет, как у старой бабы сиськи. А ты себе морковку привяжи. Что тебя к нам привело, Геральт? Так, давайте-ка с ним поговорим. Во-первых, почему вы сражаетесь за Саски? Почему вы, краснолюды, сражаетесь за Саски? Будь у меня тяга к денежкам, может, и сидел бы я сейчас в собственном трактире и всем гузнам срал на эту войну. Только что я умею? Топором работать, да и все. А поскольку меня могут убить, так я желаю знать, за что шею подставляю. Баба она с заскоком. Самому императору в харю готова наплевать. Но надо признать, в войне она толк понимает. И, мать ее, правит справедливо. В вольном Вергине, неважно, краснолюд ты, человек или эльф вонючий. Посмотри на него, Зигрин. Ему уже и эльфы воняют. А в битве лучниками, небось, не побрезговал бы. Так, ладно, понятно. Вы слышали о знамени Бурой Хорвуги? А, Хорвуги. Кажется, морда. Так, ну ладно. Вы слышали о таком знамени? О бурой хоругви? Оно мне нужно, чтобы снять проклятие. Его захоронили в склепе вместе с павшими. А склеп где? Туда не просто попасть. За торговыми рядами сверни направо. Там будет проход в скале. Выйдешь по нему в долину. Там и будут всякие надгробия и склепы. За павших? Может, вы слышали о растении, которое называют краснолюдским бессмертником? Мы? Слышали? А что, у свиней тесные жопы? Честно? Я не проверял, Скакс. Это ж загадка такая. Вечно ты как ляпнешь. Так вот, этот бессмертник, ведьмак, растет вблизи залежи антрацита и алюмосиликата. Он нужен Филиппе, чтобы вылечить Саскию. Это редкая штука, но в городе есть шахта. И кто знает, может, найдется там где-нибудь этот бессмертник. Далеко до этой шахты? Нет, что ты. Она в верхней части Вергена. Я вижу, вы уже раздухарились, а ведьмаку никто и словом не сказал, что шахта закрыта. Закрыта, верно. Но как раз пора с ней разобраться. От всякого подземного говна почистить. Вы о чем? С месяц тому назад стали горняки пропадать. Чудища какие-то внизу завелись. Туда бы заслать крепких ребят. Только Саския решила, что ей все солдаты нужны здесь, наверху. Вот и пришлось закрыть ствол, чтобы эта пакость по деревне не расползлась. Выходит, Геральт, мы вовремя прибыли. Очень вовремя. Идем. Так точно! В такой компании нам ни одно чудище не страшно. Что скажешь, Шелдон? Идешь с нами или остаешься попки мять? Попка не волк, в лес не убежит. От трупоедов пошугать нечасто удается. Встретимся у входа в шахту. Может, потому ее уже и нет. Итак, похоже, у нас будет веселая компания в этих шахтах. Так, Алютик, ты не пойдешь с нами? О, Геральт, как хорошо, что ты пришел. Какая рифма, к слову, о чуде? Я не поэт. Я знаю, но иногда у тебя бывают неплохие мысли. Люди. Отлично! Пишешь поэму для своей новой музы? Лучше. Сочиняю гимн Вергена. Прочитать тебе первую версию? Нет. Ну, слушай. Пусть встанут те, кто равенству верны. Пускай по ветру вьется наше знамя. Пусть те, кто о свободе видел сны, сегодня будут биться рядом с нами. Мы выйдем победить или умереть. Так будь и ты свободным нашим братом. В твоих руках свобода или смерть. Ты Вергена стал вольного
солдатом, плечом к плечу. Нелегкий этот путь. Пройдем бок о бок, кто мечтал о чуде, чтоб свежий воздух равенство вдохнуть. Все вместе, краснолюды, эльфы, люди. Ну как, тебе понравилось? Рифма есть. Ну ладно, тогда лучше скажи, что ты разнюхал. Так. С этой стороны глаз следов лета нет. Ну, в принципе, они есть. Мы знаем, где они теперь высадились. С его телепорта. И оттуда можно начать поиски. Ну ладно, давайте скажем так. Других вариантов диалога у нас ясно нет. Ясно одно. По эту сторону призрачной мглы лета нет. Если ты хотел гоняться за убийцей, надо было идти с Роше в лагерь Хенсельта. То, что я пошел за Трис, не означает, что я забыл про лето. Да почему это вообще тебя беспокоит? Не твой курятник, не твои куры. Не твой курятник, не твои куры, так. Ну да, думаю, здесь более всего нам интересно узнать, почему он все-таки убивает всех тех королей. Это убил двух королей. Я хочу знать, для чего. Точнее, для кого. Это так важно? Ведьмаки не ввязываются в политику без серьезных причин. Да, мне не нравятся принципы, на которых стоит этот мир. Но до сих пор ничего лучшего не придумали. Убийства королей ничего не решают. Скорее наоборот. Ну вот достанешь ты лето. И что потом? Так, кто знает, кто знает. Правду, там видно будет. Может, я пойму, что он прав, а может, отрублю ему голову. Так, ладно, я что-то вспоминаю. Мое путешествие. Я вспоминаю все больше и больше. Пока это только небольшие фрагменты, но они понемногу складываются в единое целое. Что ты вспомнил? Путешествие. Нескончаемый поход на юг. Я шел за Йеннифер, за дикой охотой. Не помню, долго ли, было холодно. В деревнях, которые я проходил по дороге, жили только старики и старухи. Они не говорили, что стало с молодыми, с детьми. Я прижал одного старика, и он начал твердить что-то о волках, о гнильцах и утопцах. И никто не хотел говорить о дикой охоте. Ты догнал всадников? Не знаю. Что ты будешь делать? Искать дальше. Ты говорил, что существуют эльфские поэмы о дикой охоте. Я говорил, что они могут существовать. Причем старые, если сохранились. Я их не знаю, но попробуй поискать. Вдруг найдешь что-то стоящее. Кстати говоря, о Йеннифер и вспоминаю сериал. Да, польский сериал с 13 серии. О нем я уже упоминал в одной из серий прохождения. Там Йеннифер предстает в виде... В виде довольно-таки такой, знаете, стервы большой. Я в первую часть не играл, поэтому не знаю, на самом деле, что она из себя представляет в игре, в понимании разработчиков. Но это так, для справки. Так, ладно. Мне кажется, я найду Йеннифер. Вместе с воспоминаниями ко мне возвращаются прежние чувства. Я знаю, что Йеннифер жива, и однажды я найду ее. Трис? Йеннифер? Ой, ну и жизнь у тебя. Во-первых, я не уверен, что Йеннифер жива. Во-вторых, я понятия не имею, жива ли Трис. Факт. Вроде у тебя их две, а на деле ни одной. Они так просто не сдадутся. Они живы. Как только разберусь с убийцей, я найду Трис. А Йеннифер? Не знаю. Сначала я должен с ней встретиться. Так, ладно. Йоррит изменился? В каком плане он изменился-то? Я заметил, что Йорвит изменился. Потому что здесь все меняются. Конечно, кроме тебя. Не нравятся мне такие изменения. Я в них не верю. Глупый ты. Саския дала Йорвиту шанс. Если он его использует, то сможет вылезти из своей норы. Мало того, если он разумно разыграет эту карту, все начнут его уважать. Люди помнят только то, что хотят помнить. Ты прав. Независимое государство в долине Понтера могло бы превратить Йорвита из бандита в рыцаря. Потому не стоит удивляться, что он так изменился.
детей воспитывать я бы ему не доверил. А так, кто знает, что из него выйдет. Так, ты слишком глубоко завяз в этом деле. Ну да. Хотя... Ты теперь ладно. Труба придворной пропаганды? Знаешь, что мне здесь больше всего нравится? Здесь нет никакого двора. Люди идут за Саски, потому что сами этого хотят, а не потому что должны или так получилось. Что-то тебя носит из крайности в крайность. Ой, а ты готов обосрать любую идею, даже самую возвышенную. Я стараюсь трезво глядеть на мир. И присоединился к нам. Присоединился или нет? В этот момент я на стороне Вергина. Но вмешиваться не хочешь, так? Верген — это не девка, которую можно трахнуть без обязательств. Так. Ну, в принципе, ты прав. Ты прав. Если уж ступил на шаткий мостик, лучше перейти на другую сторону. Наконец-то ты говоришь как мужик. Извиняюсь, это было не политкорректно. Наконец-то ты говоришь мудро. Ну да, видимо, какие-то они... как бы должны быть бесполые. Геральт в этом плане исключение. Так, ну ладно, в принципе, все узнали, что нам надо. И скоро пойдем в шахты. Но в шахты мы уже пойдем в следующей серии. А сегодня на этом все. Я надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, ставим лайки, комментируем. Не забываем подписываться на канал. С вами был Кейн. Всем удачи и пока.